Доброго времени суток всем. Всем привет. Многие, наверное, удивлены, если вообще это увидят. Да. Мы решили... А ты у меня стоишь? А ты у меня там тоже что-то он... Справа. А. В общем, вкратце... Чего у меня? Пушка торчит. У тебя тоже пушка торчит. Че теперь? Что нас перебивает? Да ладно, пусть радуется пока. У него сейчас глаз вырвут. В общем, мы решили попробовать пройти DLC уже в новом режиме сложности, чтобы было поинтереснее. Ну, что-то пытаться на месте-то, правильно? Да. Ну, еще вопрос, получится ли это сделать? Пойдем, пойдем. Опа. Патроны. Иди. О, круто. А ты косолапишь? Почему это я косолапишь? Откуда я знаю? Почему у тебя мягкий клевый? Ой, сейф. Я забыла. Тут сейф. Да? Ну да. Это, наверное, этот общий банк, да? Это наш банк. Ну, в смысле, вот, ну, банк, да. Который банк. Проигнорили. Своим делом позанимались, таки проигнорили его полностью вообще. Бедный. Ага. Железяка. Даже пожаловаться некому. Вы все-таки безразличные. Он там пытается сказать, что пушка. Там. Че ты меня зажимаешь? Я не хочу там находиться. Там дурацкие журналы. И масло разлитое повсюду. Не повсюду, по кровати только. Нет, повсюду. Как... А, слушай, так мы можем отсюда делаться начать, в общем-то. Да? Ну да, вот оно. Оазис. Ага. Я думаю, до города добежим тогда, в любом случае. Да, мне там комфортнее. Я уже забыл, как он болтал. Никогда не видел, как железяк падает снизу. А я видел. Сейчас погляжу. Вот он. Мью. Сейчас будет весело. Ага. Вот он. Будет больно. Ух ты. Что-то как-то не особо убиваемо. А, я не успела. Не понял, где он? А. Прикольно. Где они? Ух ты, не добиваются. Прикольно. Там с ним. У нас все полюбовно. А я хотел сказать интимно, потому что, наверное, не совсем. Ну, ты примерно озвучивал мои мысли. Все, пошли. Ты читер. О, эти уже с щитами, смотри. Ну да. Ого. Больно. Ну да. Хватит с ними играть. Чё? Нет, ещё. Не вижу, где... А, вот он.
Ну, вроде. А, сверху вон. Ага. Вот так. Хорошо. Ха-ха-ха. Истеричка. Сейчас, смотри. Бам. У него привод, видишь, отхлопнулся. Ага. Ой. Что-то у тебя, по-моему, сейчас тоже привод отхлопнется. А там не только привод отхлопнется. Как бы еще что-то не отхлопнулся. Хотел сказать, у вас одного очка нет. А я хотел сказать, у вас одно очко разбилось. Примерно то же самое. Да-да-да, мы все знаем. Включайте. Электричество, мы пойдем. Сайт-квесты делать сразу. Хотя нет, слушай, у нас задача до города будет точно. Какие сайт-квесты нафиг? Я думал, мы сайт-квестами не будем сейчас заниматься, правильно? Ого, щиток. 3762. Может, поделаем сайт-квесты? Пошли. А, железяку по плечу похлопал. Не, на самом деле, мне кажется, что Флинт будет довольно-таки большой занозой в том самом месте. И было бы интересно, но как минимум будет показать, наверное. Чем вы тут занимаетесь? Я? У нас все хорошо. Не пойму, где он там стреляет-то. Нашел его там? Ну да. Фига себе, он мне щит снес за один удар. Бронированный. Ой. Уворачивается. Да уворачивается не то слово. Не двигайся ты уже. Только можно. Больно. Ну да. Не слабо бьют. Палач изгой. Что-то я даже таких не помню названий-то. А, тоже все? Тоже там начал? Ну да. Вот там гранатка еще. Ой-ой-ой. Я им прям в колено стрельнул, прикинь. Блин, я запутался. Уйди от меня, дурак. Ой, он меня убил. Не надо меня резать. Ну ладно. Наверное. Добьешь? Ну вроде попал, но что-то он не умер. Добью. О, добил. Тут дробовик какой-то кривой. Который? У него мили атака почему-то не попадает. $39,000, офигеть. Ну, в смысле, это не то, что прям офигеть, конечно же. Ты иди агри, а я отсюда попробую снять. Ну, давай. Че там у тебя? Че не взрывается? А, дурак. Он потерял. Ты окровавленный ниндзя. Я окровавленный ниндзя? Ну да. Почему ты окровавленный? Ну потому что. Ого, это же эти. Ну, да, блин, а я тебя о чем? Забыл. Я сейчас попробую этого за пушку вынести сразу. Надеюсь, он у меня не будет палить отсюда. Да надо сразу эту Берту вынести нафиг. А, ну давай. Что-то как-то она не выносится. И я эту вынесла, этот сняла. Коррозия.
подумал, что там никого не будет. А что, Берта коррозия нужна, да? А я не знаю, наверное. Ну вообще показывается, или огонь. Коррозия. Да нет, коррозия, коррозия. Да ладно, сейчас так отставим. Да нормально, нормально она выносится. Все, вынеслась. Ой, я тут бэм. Сейчас помогу по ним. Ого. Если увижу. Ой, кто тут в меня покидывает? Такой умный. Он меня засек, короче. Кидает мне сюда гранаты. О, о, о. Так. Бегу к тебе. Ой, сейчас умру. Ха-ха-ха, не убивайте меня. Я хороший. Он с тобой бегает. А я снайперки стреляю. Еще бы попадал бы. Фига ты там ловкая. Так, где он там? Сколько я ему урон нанес, что-то я не видел. Так, слушай, а мы вот сломали Берту, и как открыть теперь? А сейчас она починится. Нормально. Так, ну что, готовы? Готовы. Сейчас выберу кого, какую-нибудь цель себе. А, вот они. Они сами выбрались. Что-то как-то маловато коррозия. Ты как ты мог выжить? Ой, ой, больно. Все, кончилось. Беда. Вот гады. Тоже гранат кидает. Ух ты. Выползи. Куда-нибудь, я тебя подниму. Попытаюсь. Сейчас гранату кину. Они неубиваемые какие-то. 40 тысяч урона, он выжил. Это как так? Ты умирать собираешься? Супер безбашенный мародер, понятно. Надо это смотреть. Префикс, короче. Ну. Все, в домике. Все, дальше не пойдем? Пойдем. Ой! Ты кого там нашел? Это меня нашли, ух ты. Ну ты крутой. Я выживу. Я выжил. Убегаем. Ты готов? Да. Я тоже гранат. У них там так весело, я смотрю. Че, все? Ну да. И железяк такой стоит, трясется посередине. Кровище. Давай вообще беспределишко такое. Ну что, поехали. Мы тут сохранились, почекались. У этой. Ну, да, почекано. Все. Ну пошли. Так.
Ай, это кто меня уже так это снес щиты мне. Ого. Все хорошо? Ну да, я жив. Этот еще не кидает гранату-то? Этот-то сверху гранаты кидает? Да вроде нет пока. Странно. Я пока стругивать не стала, я еще патронов докуплю. Ага. Ой, хитренькая какая. Так, возьму-ка я обратно пистолетик этот, прицелом. Он мне пока больше всех нравится. Так. Что там? Тихо как-то. Ой, по-моему, кидается уже. Да? Ну так. Да, кидается. Мне, к сожалению, сюда не видно, придется спускаться. Ну да, слушай, дополнительный урон от мили-атаки идет. Отлично. Че, все? Он к нам. Ты его видишь? Да. Что-то урон по нему какой-то не проходит. Надо этот электрический дробовик одеть, вот точно. Читы будут сбивать. Чтобы успеть переодеться. А, где? Где дробовик-то? Что-то не вижу его. Так, надо щиты сбивать с него. Так я тебе о чем и говорю. Mm-hmm. Все, сейчас убил. Я его подниму. Хрена себе, у него там отпор идет. Не поняла. А чем его бить? В смысле? Отпор это, скорее всего, резист просто срабатывает небольшой. Подниму сейчас. Ведь держи его без щита. Ух ты, это он меня чем-то шарахнул. Волной своей. Током. Она опа, и ток. Меня тоже. Фига себе достает сильно. А? Где это, сволочь? Где ты, зараза? За мной бегает. Да я не про него. А! Фига себе достал. Ого. Так я тебе о чем? Можешь ему щит снять? Сейчас. Снял. Фига себе, ты видел, что он сделал? Да, прыгнул. И как от такого прыжка уворачиваться? Бегом. Подниму. Хорошо. Ой, кто меня жарит? Это я сам себя жарил. А, нет, это меня гранаты кидает, аккуратно. Все, мы его добили. Фу. Ух ты! Курю взял. Круто. А я, мне опять не хватило. Одной ячейки. Печалька. Так что, мы в город, да? Да, поехали. Я сейчас опять про свою сексуальность будет рассказывать. Да мы не будем его слушать. Пошли нычку посмотрим, который там идет. Ага. А, так это дальше. Так это дальше, нам еще пройти надо.
что, готово дальше? Да, почти. Я сейчас вот этот щиточек одену. И буду совсем готова. Хорошо. Там бронированный маньяк. Ой, а, гряд, случайно. А, я тут причем вообще стою, никого не трогаю. А, дураки. Ой. Ой, 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 ой. А! Встань от меня. Добьешь его там? Я тебе поймала его. Ладно, сейчас попробуем. Нет. Он крепкий очень. Все, добил. Да. О, круто. Ага. Помнишь, куда, да? Ну, чуть-чуть. Мью. Стоять! Назад! В чуть-чуть он помнит, ага. Еще ехал куда-то, непонятно куда. Окей, окей. Культурный нашелся, блин. Ага. Вы уголовники там, культурные. Пошел-то. Я думаю, мимо проезжаем, да? Ага. Проедешь по нему мимо. Ну, смысл мимо. Вообще. Они какие-то толстые, очень толстые. Точно. Такое ощущение, что с этой, с бетонной стеной поцеловался. Ну да. Да блин. Дурак какой-то вылез тут. Да он давно вообще-то вылез. Неправда. Ты что скажешь, что ты его не заметил? Заметил. Воу. Че там у тебя смайлик ВДФ? Не успел прочитать. Тоже не заметил, только что вылез. Только что вылез, да. Пипец, я по нему из гранатомета бью, а ему пофигу. О, ребята пришли. Машина взорвётся! Взорвётся, да. Взорвалась. Ой, ой. Ой, блин, достали сейчас. Мать вам гранат. 253 урона. К урона под шлаком. С ближнего боя. Новый уровень. Нам ехать надо. Смотри, какая у нас розовенькая машинка. А там с бочками нельзя, да, еще пока выбрать? Чего нельзя? С бочками. Не. Вот. Мордоплюй. Ну да. Я там с деревом придумал, да? Ага. Я, да? Вроде все. Так, куда дальше-то? Ага.
Где-то тут же, по-моему. Да, вот прям вот сюда куда-то. Оп. Ой, что со мной? Да машина офигела, по-моему, просто. Что я так? Припарковали хорошо. Ну да. А. Ловите. Рода. Ого. Да ты вообще что ли? Ой, это ко мне-то что пристал? Офигеть. Он тут ко мне хромает. А, не понял, как это он меня видел? Круто. Я в инвиз ушел. Там за мной бежит, он-то охрень, помоги мне, пожалуйста. Бежит. Там еще и летит за тобой. Да я знаю. Вот гады. Ну-ка, конечно. Да пипец какой-то. Ага. Хорошо, ты так забралась такая сюда. Да я... Короче, мне было страшно. Я уже забыл, что есть только квестов перед тем, как в город попадаешь. Игра-то длинная, действительно, весьма. Че, готово? Врываемся? Сразу? Ну, не то, что врываемся, я бы постереглась просто врываться. Ну ладно. Так. А я, у меня тормоза просто отпустились уже. Я готов был. Готов? Готов. Еще попадал. Так, этот кразит. Ого! Граната. Хороший радиус. Да вот он, три штуки ловите. That's the power core. Great. Jack will destroy sanctuary today at least. I get back to the city. We'll meet up once I get there. Welcome to the Crimson Ring. Oh, damn it! I'm being attacked. I'll see you. Ой, 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 это я зря, простите. Я думаю, добьются. Я гранату успел кинуть. Вода. Так. Сейчас я тебя подожди, к спине подойду. Вот гад. Убийца тут. У меня какая тут бронированная хрень попалась, и я с ней тут возила черти сколько. А, бывает, да. Ой. Ой. Ой, взорвался прям. Об него зачем? Так, еще кто-то где-то. Вот тебе. Вот тебе. Кто там еще? Ой. Гад такой. Еще один минус. Еще кто-то наверху остался, да, кто-то? Ага. Да, ты там как? Встаешь? Нормально. Встал, да. Встал. Ну че, кто еще на новенького? Все, кончились. Братцы, пролетели. Кончились не то слово. И к ящику сразу. Прикольно. Это типа мягкая парковка. Типа того.
Иди отсюда уже, растранделся. Да, кыш из нашего радиоканала. Забанит бы его. Фух, круто, пойду на автомате поиграю. Давно не играл. Надо эту зависимость немножко удовлетворить. Так, ну что, я думаю, что... можно закончить, как бы, серию. Ну да. Как бы закончить, как бы, серию. Уж не знаю, появится ли она когда-нибудь на канале. В принципе, я думаю, можно будет нарезать что-то. Минимум боссов всяких оставить. Босс-батлы. Mm-hmm. Вот. Ну и, может быть, еще что-то интересное там будет. Короче, пока-пока. Да, всем пока.